задаем положение влево и потихонечку поехали. Все, в процессе можем джойстик подруливать. А, сильнее ломать или меньше? Да, да, да. Все, он подруливает. Он ломается, видите, прицеп на камере, тут все видно. И все, он сама рулит. Солдатов все, вообще... вот он сломал. Солдатов вообще назад смотрит. Сейчас я этот самый направление вниз прямо делаю. Но он фиксирует, ты же понимаешь, что по прицепу, Женя? Он сейчас машину выравнивает под прицеп. Ну да. То есть он же машиной рулит, он же не прицепом. Ну, и поэтому все, встал, да, я его понял, встал, куда, да, в карман. Да. Все, я вот... приметился в карман и нажал. Четко задом. Все, и он заехал. Вообще огонь. Ну, все как для дураков. Поехали туда, поставим прицеп. Подойдет. Да. Все. Тренируемся парковку. Включаем автопилот. Солнышко. Задаем направление чисто горизонтально. Вот, ну, видите, чисто назад. Панель лежит. Ну, видно? Видно. Прицеп вот. Он сними сзади. Вот видите, едем назад и ровно едем. Влево, вправо, он же подламывается. Да, да, да. Нет, ну до камушки, уровень, наклон. Я вот снимаю вместе с той панелью, с этой, которая центральная. Вон руль двигается. Все, прямо едет. Теперь можно вот сейчас будем парковаться вот в ту сторону. Типа недалеко от потока. Типа в карман. Да. Карман направо или налево.